Привет всем или добрый вечер, а может доброе утро, неважно, дорогие друзья, добрый вечер или доброе утро. Пришельцы не спят, им не надо ваше пожелание или спокойной ночи. Что на самом деле, дорогие друзья, и скрывается в этой серии? Люди, которые сталкиваются с необычным, а это необычное именно сделано пришельцами, начинают проявлять агрессию. Про что я вообще имею в виду? Ну, допустим, дорогие друзья, вы подпишитесь, оставите комментарий, поделитесь с друзьями, с близкими этот видеосюжет, чтобы видели люди на самом деле, что скрывается. И поставите необычный колокольчик, чтобы не пропустить ни одну серию от тайны НЛО. В общем, дорогие друзья, как я и говорил, так и будет. То, что вы сейчас видите, посмотрите внимательно. Что-то странное облако. Вам не кажется? Да и луч какой-то необычный. Но нет, дорогие друзья, все еще необычно становится обычным. Что на самом деле вы и видите? Вы спросите, а что тут такого? Ну, необычный луч. А есть тут кое-что, дорогие друзья, необычное, а именно то, что, посмотрите сами, черное облако и вокруг всегда белые, когда появляется этот луч. Вы спросите, но это бывает, луч проходит облако. Нет, дорогие друзья, это облако как раз и есть НЛО. Оно как раз проводник под эти необычные лучи. Вы видите очень часто лучи? Нет, вы их вообще не видите, только видите на моем канале. Что на самом деле и дает звание этому лучу? Смертельный, опасный. Такие люди видят очень редко, но очень часто в горной местности, где происходят какие-то устрашающие следы. Не видели? Кто-то говорит, что есть белый снежный человек, кто-то говорит, самые странные следы монстров. Почему и отряд Дятлова были замечены следы каких-то существ? Вам же этого не говорили? Ну, вы, конечно, не говорили. Но есть еще одно но, дорогие друзья, который видеосюжет попал. На Землю, как и всегда, летит необычный астероид или метеорит, вы спросите, нет. Оказывается, дорогие зрители, НАСА заявляла о множестве вторжений НЛО. И даже атака. Вы спросите, а что вы видите? Оказывается, дорогие друзья, во всем мире происходят такие необычные падения НЛО. Такого часто я еще не видел. Вообще говорят, Луна начинает проявлять свои базовые информацию о том, что находится на Луне, а именно на черной стороне Луны. Вы, наверное, все видели, да и слышали. И как раз, дорогие друзья, оттуда начинают вылетать огромные яркие огни. Самый огромный телескоп на Земле был замечен именно людьми, что на Землю и на Луне была проявлена очень масштабная количество НЛО, и они стали приземляться на Землю. Все это, конечно, хорошо, но поверьте моим словам, дорогие друзья, что это наоборот все плохо. Вы не представляете, что прям входит в Землю, а что выходит оттуда. Вам будет очень страшно знать, что в этих интересных капсулах находятся огромные и необычные существа. Вы скажете, это пришельцы? Нет. Пришельцы еще добрые, помимо этих необычных монстров, которые были сделаны в Сибири, в тайге, в Японии и даже во многих других странах. Но, конечно, вам никто это не скажет и не заявит о том, что на самом деле на нас напали. Есть один еще сюжет, который подтверждает о том, что военные уничтожили НЛО. Посмотрите эти кадры. Взрыв был сделан. Я не буду говорить это место, потому что вы все побежите туда. Короче, удар ракеты привел масштабную и необычную такую волну. Посмотрите сами. Огромный взрыв уничтожил НЛО, который находился там. Что за НЛО, вы можете гадать. Дискообразный серебряного вида был уничтожен человеком. Такого, конечно, вы еще не ожидали. Но после этих видеосюжетов вы скажете, не может быть такого. Конечно, не может.
все, конечно, еще сложнее. Смотрите сами, удивляйтесь, подписывайтесь, и с вами будет Тайная наука.